Привет, солдат. Желаю, чтобы ты вернулся домой живым и невредимым. Ученик 5-й гимназии Марк написал письмо солдату Артику, тому самому, который в апреле этого года отблагодарил ученицу этой же школы Злату за трогательное послание. Военнослужащий 35-й мотострелковой бригады Алейска Артик сумел разыскать и подарить девочке мягкую плюшевую игрушку в знак благодарности. Одноклассник Златы Марк вдохновился историей и сегодня тоже шлет привет бойцу. Обязательно ему передадим. Вместе с Марком посылки собрали и другие ученики школы. В подарочных коробках гигиенические принадлежности, чай, кофе, сладкие наборы и, конечно же, самое ценное для солдат – детские письма. Это очень трогательные слова, которые они пишут в своих письмах. Это очень трогательные подарки и сувениры. Ну, например, одна девочка сегодня приготовила чебурашку. Ну, в знак того, чтобы именно эта игрушка, как символ доброты, стала неким талисманом для бойца. Это очень приятно. Солдаты СВО с нетерпением ждут детские письма. Хранят словно оберег у самого сердца. Стоит напомнить, что патриотическая акция «Письмо солдату СВО» продолжается. Принять участие может любой желающий. Валентина Аскерова. День с толком.